Крупная молочная ферма открылась на базе предприятия «Племхоз Нарасановский». Общий объем инвестиций превысил 230 миллионов рублей. Также комплекс создал для местных жителей около 30 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Особенность этого комплекса заключается в том, что он пристраивался к действующему комплексу, который в 80-х годах прошлого столетия был признан одним из передовых в стране. То есть была уникальная система кормления внедрена в этом комплексе, и вот к инновационному комплексу прошлого века пристраивалась новая современная здание нового комплекса, и, конечно же, было особенно сложно это делать без отрыва от производства. Здесь продолжали содержать животных, доить коров, соответственно, производить молоко. И вот за 5 месяцев было построено вот это замечательное здание на 800 голов дополнительного поголовья, которое дает дополнительное молоко для производства замечательных молочных продуктов. Основное производственное направление предприятия – молочно-мясное. Общее поголовье превышает 4500. Почти половина буренок относится к дойному стаду. Производимое племхозом молоко имеет очень высокое качество. Комбинаты по переработке охотно берут его в основном для изготовления детского питания. Имеется здесь и собственный цех переработки молока, где производится творог, кефир, питьевое молоко и сметана. Ввод фермы расширит возможности содержания не только дойного стада, но и молодняка.